Сотрудники Загорской ГАЭС вновь приняли участие в донорской акции «Русгидро». Это волонтерское направление появилось в корпорации в 2014 году. Сегодня Загорская ГАЭС проводит День донора. Это вторая акция в этом году. Мы отмечаем, что с каждой акцией все больше людей хотят присоединиться к нам. Все больше людей чувствуют свою социальную ответственность. И несмотря на то, что сейчас такая сложная эпидемиологическая обстановка, эти акции становятся нашей донорской традицией, и мы не прекращаем работать в этом направлении. В центре переливания крови при районной больнице доноров принимают по понедельникам и вторникам с 8 до 10 утра. Организованной группе Загорской ГАЭС здесь рады. Особенность какая сейчас? В общем, мы не отказываем донорам, но единственное, первым вопросом стоит, болел человек или нет, и когда он переболел. То есть у него уже срок, там, через месяц, через два мы можем брать его как донора. И второй вопрос насчет прививок. Прививался или не прививался, и когда последняя прививка была. Донорская кровь нужна районной больнице. На фоне ковида, а наша больница по-прежнему в красной зоне, обостряются хронические заболевания. В стационарах проходят хирургические операции. Случается, кровь нужна и в роддоме. Ну, я еще по молодости сдавала кровь. Не знаю, хотела помочь людям. Во всем мире требуется кровь, требуются доноры. А если у меня эта кровь есть, я готов ей поделиться. Для меня это не составляет никакой. А возможно, моя кровь спасет кому-то жизнь. Мне нравится, что ПАО «Русгидро», Загорская ГАЭС, она делает централизованный подход. Она делает объявление, кто готов стать донором, организовывает, подготавливает, привозит людей. В «Русгидро» говорят, донорство – часть корпоративной культуры. 450 миллилитров крови каждого донора превращаются в спасительный поток. Оксана Мирошникова, Антон Коврижных. Программа «События».